2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Yeah, concerning my name, Åke is a Swedish name that goes way back to the Viking era. По поводу моего имени, Åke, это имя, которое уходит корнями к викингам. It means little father or the one that plows the field. И имеет значение это маленький отец или тот, кто пашет поле, пахарь. So, hopefully I will plow your heart today. Надеюсь, что я посею сегодня в ваши сердца. A little bit about myself. Немножечко о себе. I'm married. I have two grown-up children that have families of their own. Я женат, у меня двое детей, у которых уже свои семьи. I'm a granddaddy, so I have two grandchildren. И я уже дедушка, у меня двое внуков. And yeah, amen. That's good. Аминь. Это хорошо. So my wife right now is with the grandchildren. И моя супруга сейчас с внуками. She always takes the opportunity when I'm out traveling. Она всегда пользуется этой возможностью побыть с ними, когда я путешествую. But I've been married since 1986. Я женат с 1986 года. And been in ministry more than that. А в служении больше даже, чем это время. So I started to travel in Russia 1990-91. Я начал путешествовать в Россию с 1991-90-х годов. So, traveling in the former Soviet Union. И путешествовал по всему бывшему Советскому Союзу. Preaching the gospel. И проповедовал Евангелие. Which is, you know, what I love most. То, что я люблю больше всего делать. Besides my wife. Ну, кроме моей жены. Жену люблю больше. So, I've been writing on a book. Я написал книгу. And я пишу, еще пишу книгу. And I think I will take some out of it today. И частично возьму что-то с книги сегодня делиться с вами. So let's open our Bibles to 1 Peter chapter 3. Поэтому давайте откроем наши Библии на 1 Петра 3 главе. 1 Peter chapter 3. 1 Петра, 3 глава. And we can start reading in verse 13. И мы можем начать читать с 13 стиха. And it says, "And who is he who will harm you if you become followers of what is good?" И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed, and do not be afraid of their threats, nor be troubled. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. But sanctify the Lord God in your hearts. Но Господа Бога святите в сердцах ваших. Or as another translation says, set apart Christ as Lord in your hearts. Или как другой перевод говорит, отделите Иисуса Христа как Господа в вашем сердце, выделите ему эту должность. My Swedish translation says, the Lord God or the Lord Christ, you shall keep him holy in your hearts. Мой шведский перевод говорит о том, что Господь Иисус Христос должен быть святым в ваших сердцах. Now, when God speaks of the heart, когда Бог говорит к сердцам, He speaks of, because we, you know, according to 1 Thessalonians 5:23, we are spirit, soul, and body. Согласно первому Фессалоникийцам, мы с вами дух, душа и тело. So, for the sake of teaching, we divide it so that we can understand each part. И согласно учению, мы как бы разделены на эти части, просто разделены на эти части. But no. When we speak of our heart, it's that integrated part which is soul and spirit. Но когда мы говорим с вами о сердце, сердце интегрировано и в душу, и в дух. The Bible says that the word of God is sharper than a two-edged sword.
И Слово Божье говорит, что Библия это как обоюдоострый меч, Слово Божье. Dividing soul and spirit. Который доходит до разделения духа и души. It's the only thing that can divide soul and spirit. И Слово Божье это единственная вещь, которая может разделить дух и душу. You know, the word of God is like a lamp unto my foot, it's a light on my path. И мы все знаем, что Слово Божье является лампой для нашего пути, светилом. So the word of God has a tremendous power and capacity in our lives. Другими словами, Слово Божье имеет невероятную силу и способности в наших жизнях. But it's also that which gives me the opportunity to choose between soulish and spiritual. Но также оно дает мне возможность различать между духовными вещами и душевными вещами. I can understand what is just pure human and what is from God. Я могу распознать, что чисто человеческое, а что от Господа. So the word of God is not just something occasionally. It's something that we shall live by each day. И Слово Божье это не что-то, которое должно быть в нашей жизни периодически. Это то, почему мы должны жить, согласно которому каждый день. When you read Deuteronomy chapter 8, когда вы читаете Второзаконие, 8 главу, the Lord God says that he tested the children of Israel in the desert. Мы знаем, что Бог испытывал народ Израиля, детей Израиля в пустыне, to see what was in their hearts. Чтобы увидеть, что было в сердцах их. So that they would be living not only of bread, but by every word that proceed out of the mouth of God. Чтобы они жили не только благодаря хлебу, который они получали, но благодаря каждому слову, которое исходило из уст Божьих. So when we speak about ourselves, когда мы сами от себя говорим, we are spirit, soul, and body. Ну, мы о себе, если скажем, мы дух, душа и тело. And when God talks about the heart, и вот когда Бог говорит о сердце, he talks about our inner man. Бог говорит о нашем внутреннем человеке. Our emotions. О наших эмоциях. Our understanding. О нашем понимании. Our soul. О нашей душе. Our thinking, о нашем мышлении, and our attitudes, и о нашем отношении. You see, when you remember the story when they brought to Jesus a lame man. Вы помните историю, когда принесли к Иисусу расслабленного человека? And there were so many people, so they couldn't enter the house. И помните, да, что было так много людей, что не могли друзья эти войти в дом? Some of them came up with this brilliant idea to take the man on the roof and then lower him through a hole in the roof. И одного из них посетила, ну просто гениальная идея забраться на крышу, разобрать крышу и спустить его на веревках вниз. Which much have you know, it took some time to take away the tiles and lower him and so forth. Вообще-то, если подумать, это заняло прилично времени, веревки найти, придумать, разобрать и сделать. Everybody was wondering what is happening. И все внутри, которые находились, думали, что там на крыше творится. And they lowered the man. И вот этот расслабленный человек. When he was at the bottom, he met Jesus. Его спустили, и когда он оказался внизу, он встретил Иисуса. That's a very good metaphor. Хорошая метафора там. When you are at the lowest, когда вы в самом низу, that's where Jesus meets you. Там, где вас встречает Иисус. He will never forsake you. Он никогда вас не забывает. He will never leave you. Он никогда вас не покинет. But Jesus said to him, но Иисус сказал ему тогда, my son, your sins are forgiven. Мой сын, твои грехи прощены. Now, the Pharisees and the scribes that were around Jesus, фарисеи и учителя, которые окружали Иисуса, they were always checking him if he was theologically right. Они всегда пытались следить за тем, теологически ли он прав. They thought, они думали, that Jesus was blaspheming. Что Иисус богохульствовал. But the Bible says explicitly that they were thinking in their hearts. Но Библия буквально говорит о том, что они помыслили в сердцах своих. Now, the Bible does not refer to the blood pump. Библия не имела в виду сердечное наше сердцебиение. No, it's talking about our inner emotions, attitudes, and our thinking. Библия говорила про сердце, это наши эмоции, отношения, поведение и мышление.
And it doesn't talk about the logical thinking. И здесь не говорится о логическом мышлении. Where I do understand that the share is purple, black bone, you know. Мы не говорим о логических вещах, о очевидных, что вот кресло оно вишневое, каких-то таких вещах, которые мы видим очевидные. That I can understand how much a person weighs, approximately their age and so forth. Мы не говорим о том, ну сколько человек примерно весит, какого он возраста и о нем. When the Bible speaks of the heart, it also speaks about what we value. Когда Библия говорит о сердце, говорится о нашей ценности. And especially when it comes to what we believe. И особенно, когда мы приходим к разговору о том, во что мы верим. So the Pharisees and the scribes, they evaluated Jesus as a blasphemer. И Библия говорит, что фарисеи расценили в сердцах своих Иисуса как богохульника. They didn't say it. Они не сказали этого. But they were thinking it in their hearts. Но они помыслили об этом в своих сердцах. As soon as you evaluate another person, как только вы пренебрегаете, оцениваете, даете оценку другому человеку, either good or bad, неважно, хорошую или плохую оценку, you're thinking with your heart. Вы думаете своим сердцем. So when we read in 1 Peter 3, поэтому, когда мы читаем 1 Петра 3 главу, Peter is addressing the readers. Петр адресовал читателям. And he says like this. И он сказал так. If I would paraphrase it. Если это можно перефразировать. How do you evaluate Jesus? Как вы оцениваете Иисуса? What do you think of him? Как вы думаете о нем? Who is he for you? Кто он для вас? What does he mean to you? Что он означает для вас? And then Peter goes on saying, "Set apart Christ as Lord." И в 15 стихе Петр говорит: «Отделите его как Господа в ваших сердцах». Keep him holy in your hearts. Пусть он будет святым в ваших сердцах. I mean, how many of you have said Jesus is Lord? Кто из вас говорил: «Иисус Господь»? If you're born again, you've said it. Если вы рождены свыше, вы все говорили это. But you know, знаете, as time goes by, время идет, we have a tendency to kind of, you know, not holding Jesus as holy as we did in the beginning. И время идет, и тенденция у нас, знаете, какая, что мы перестаем относиться и святить Иисуса так, как мы это делали в самом начале нашего покаяния. Jesus is really coming after a church in the book of Revelation that they have abandoned their first love. И помним, в книге Откровения Иисус обличает одну из церквей и говорит: «Вы забыли первую любовь». So it's extremely important to understand. И это очень экстремально важно, чтобы понимать. That when we said that Jesus is Lord, что когда мы с вами произносим Иисус Господь, we meant by that that he would be Lord over everything in our lives. Мы подразумеваем, что он господин всего в наших жизнях. Lord over our emotions. Господин над нашими эмоциями. Lord over our soul. Господин над нашей душой. Lord over our marriages. Господин над нашим супружеством. Lord over our economy. А господин над нашей экономикой. Lord over our behavior. Господин над нашим поведением. Lord over our thinking. Господин над нашим образом мышления. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? Amen. Аминь. Now, let's go to Genesis. Давайте вернемся в Бытие. I just want to give you an example. И надеюсь, что я дам вам пример. Now, Exodus chapter 6. В Исходе, в шестой главе. Says that the Lord had not presented himself as Lord or Jehovah Adonai to anyone until that moment. Написано, что Бог Иегова Адонай, он не открывался себя как такой Бог до этого. But the text does it. Но Библия говорит, что открывался. The text reveals to us. Место Писания показывает это нам. That if you read Genesis chapter 1 and 2. Если вы будете читать Бытие первую и вторую главы. In chapter 1, his name is Elohim. Его имя Элохим. Which means the creator. И мы знаем, что это творец. But then all of a sudden in chapter 2. И тут внезапно во второй главе.
verse 4, в четвертом стихе, it says, this is the history of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. И мы читаем Бытие 2:4. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Now, for Israel, this is the most holy name of God. Для израильтян это самое святое имя Бога, which you do not pronounce. Которое мы не произносим. But in the text you have vowels that will say Adonai. Но в тексте у нас есть огласовки, которые и показывают, что это его имя Адонай. Amen. Аминь. Now, chapter 3, we all know what happens. И в третьей главе показано, что произошло. The serpent, Satan, comes into the garden. Что змей, искуситель сатана, пришел в сад. And he has a conversation with Eve. И что у него был диалог с Евой. So you husbands, if your wife have a conversation with a snake, do something. Мужья, если ваши жены когда-нибудь будут разговаривать со змеями, сделайте что-нибудь с этим. Okay. Хорошо? Because the sin of Adam was that he did not say anything. Потому что грех Адама заключался в том, что он ничего не сказал на диалог Евы со змеем. And Paul, when he's talking about this, says that Eve was deceived. И Павел, когда пишет об этом, он пишет, что Ева была обманута. And I wondered how did Satan deceive Eve? И я вот думаю, размышляю, как же, чем же вот сатана так обманул ее? But the text in somehow reveals it. Но опять же, текст нам каким-то образом открывает это. Because if you go to chapter 3, потому что если вы пойдете в третью главу Бытия, in verse 1, первый стих, Satan questioned God. Сатана задавал вопросы Богу. But he says only God. И он говорит, только Бог. He doesn't say Almighty. Он не сказал Всемогущий. He doesn't say Yahweh. Он не сказал Яхве. He doesn't say Adonai. Он не сказал Адонай. He's just saying God. Он просто сказал Бог. Could be anyone. Это мог быть любой. In the world right now, в мире сейчас there are many gods. Много богов. So God, just plain God in Hebrew is El, E-L. И играя словом Бог на иврите это две буквы L. But it's not Yahweh, it's not Adonai. Но это не Яхве и не Адонай. Now, what does Yahweh or Jehovah or Adonai means? Что означает Яхве, Иегова, Адонай? Что означает? It means supreme ruler. Это означает единственный правитель, властелин всего. It means master. Это означает господин. Supreme master. Он просто, ну, всемогущий господин, исключительный. So what is Satan doing? И что здесь сатана сделал? Well, listen. Послушайте. He keeps religion. Keeps. He keeps religion for Eve. Он как бы дал религию Еве, оставляет ей религию. But he takes away the meaning of faith. Но он забирает значение веры. Because he takes away the title and the honored name supreme ruler. Потому что даже в этом диалоге он забирает титул и имя всемогущего правителя. Because if you think of a supreme ruler, потому что когда вы размышляете о единственном всемогущем правителе, if you think of a supreme master, когда вы говорите о всемогущем господине, the name itself, само имя, includes something of respect and holiness. Включает какую-то часть уважения и святости. It contains something that really have a demand on you. Это включает в себя что-то, что действительно будет иметь влияние на тебя. So when Satan is excluding all of that for Eve, поэтому когда сатана, говоря с Евой, исключил все эти титулы Бога, God, El, just becomes a name with not such a significance. Бог или слово Эль стало не иметь такого значения. And sometimes I wonder if people really do understand what they are saying when they say
Jesus is Lord. И я часто задумываюсь, а на самом ли деле люди понимают, что они говорят, когда произносят фразу «Иисус Господь»? Because when you come over into the New Testament, потому что когда мы пройдем через все и дойдем до Нового Завета, which is written in Greek, который написан на греческом, how would they translate Adonai into Greek? Как можно перевести Адонай на греческий? In Greek, it's Kyrios. На греческом это curious, meaning exactly the same thing. И означает буквально то же самое, что означало в Ветхом. Adonai. Adonai. Supreme ruler and master. Всемогущий Бог, вседержитель и господин. Explicitly, curious is only used to describe the lordship of Jesus Christ. И это слово используется на греческом только для описания господства Иисуса Христа. На Христос, which we have the English word Christ. И греческое Христос на английском Христос переводится, да? Is the Hebrew word for Hamashiach. Это еврейское слово Мессия, Хамашех. Amen. Аминь. So when we talk about the Lord Yahweh Adonai, поэтому когда мы с вами говорим о Господе, о Яхве, об Адонае, we talk about Jesus Christ. Мы говорим о Иешуа Мессии. Amen. Аминь. So when we are saying Jesus is Lord, поэтому когда мы с вами говорим Иисус Господь, it's the same name. Это то же самое имя. As the Old Testament Lord and God. Которая в Ветхом Завете преподносится как Господь мой Бог. That's why Philippians 2 and Romans 10. Поэтому филиппийцам во второй главе и римлянам 10 главе talk about that you're saved by that name. Говорится, что мы с вами спасены этим именем. That is the name that is above every other name. Что это имя превыше всех других имен. It's the highest name. Это самое наивысшее имя. Hallelujah. Аллилуйя. And John says that there is a commandment to believe in the name. И Иоанн говорит, что есть заповедь верить в это имя. Amen. Аминь. When Philip comes down to Samaria in the book of Acts chapter 8. Когда Филипп пришел в Самарию в книге Деяний 8 главе. He's preaching Christ for the people, it says. Он проповедовал Мессию Христа народу. He's preaching the gospel. Он проповедовал Евангелие. And he's preaching about the name of Jesus. И он проповедовал о имени нашего Спасителя Иисуса, Иешуа. Because we are saved in that name. Потому что мы спасены этим we именем. Prayer answers in that name. У нас молитвенные ответы мы получаем по этому имени. We have healing in that name. У нас исцеление в этого имени, от этого имени. We have deliverance in that name. Мы освобождение получаем этим именем. His name means savior. Это имя означает спасение. Amen. Аминь. Hallelujah. Аллилуйя. So the name of the Lord. Итак, имя Бога. It's not just a name. Имя Господа не просто имя. It's a title. Это титул. It's an honored name. Это почтенное имя, почитаемое. It's a name with a meaning. Это имя, которое имеет смысл или значение. It's a name with power. Это имя с силой. Amen. Аминь. Hallelujah. Now, Hallelujah. I just want to show you. И я хочу просто показать вам. And I guess that you're familiar with it. И я надеюсь, что вы знакомы с этим. But it helps us to keep Jesus holy in our hearts. Но это поможет нам хранить Иешуа, Иисуса святым в наших сердцах. And that is that the text in the New Testament also describes Jesus as God. И это также место Писания из Нового Завета, которое помогает нам увидеть святость Мессии. Now let's begin with a confession of one of the disciples. И давайте начнем с исповедания одного из учеников. In John 20. В Иоанна 20 главе. In John 20. Иоанна 20 главе. Verse 26. С 26 стиха. Now this is 8 days after the resurrection. И это 8 дней после воскресения. Because the same evening Jesus is showing himself for the disciples. В тот же вечер Иешуа показал себя всем ученикам. Now Thomas, who is called the twin, he was not there that
time. И Фома, который назван неверующим у нас в Библиях, он не был на той встрече. And some days after he heard that his brothers said, "Hey, Jesus is resurrected." И несколько дней спустя он слышал, как братья его, да, сказали: "Слушай, Иешуа воскрес." And then he said, и потом он сказал, "I will not or I cannot believe unless I see the holes in the hands, the holes in the feet, and the hole in his side." И он сказал, я не поверю или я не смогу поверить до тех пор, пока я не увижу раны от гвоздей на его руках, на его ногах и под его ребром. What was he thinking? О чем он думал? With his head or with his heart? Своей головой или своим сердцем? Head. With his heart. Head. No, with his heart. Нет, своим сердцем. Because там, the Bible says in Romans 10, потому что Библия говорит в Римлянам 10 главе, with the heart you believe, что сердцем вы верите, with the mouth you confess, а устами вы исповедуете, with the heart you believe that Jesus Christ is the Lord, сердцем вы верите, что Иешуа является Господом, and you are proclaimed being righteous, и вы исповедуете праведность. With the mouth you are confessing yourself into salvation. И своими устами вы исповедуете себя в спасение. And you say that Jesus is the Lord. И вы говорите это, что Иешуа является Господом или Господином. There was something in his heart. И было что-то в сердце Фомы. That blocked him from believing. Что блокировало его от того, чтобы верить. He wanted to have physical evidence for his soul. И он хотел физических доказательств для своей души. The Lord heard what he said. И Господь услышал, что он говорит. So 8 days after, и 8 дней спустя, he came again. Он снова пришел. And Jesus had a habit of coming through the walls. И Иешуа имел эту способность пройти сквозь стены. I think that the Lord had a sense of humor. Я думаю, что у Бога есть хорошее чувство юмора. Because they locked the door. Потому что они двери-то закрыли. But no locked door can keep Jesus out. Но ни одна закрытая дверь не может удержать Иисуса. So he says, "Hi, Thomas." И он сказал: "Шалом, Фома." How are you? Как дела? And Thomas is saying. И Фома говорит. Because he sees the holes. Потому что он видит раны. He sees his, Jesus must have been barefoot. Он видит, что на ногах Иешуа нет обуви. Because Jesus said, "Come, put your finger here now." Иешуа говорит: "Приди, вложи свои пальцы в мои раны." Believe that it's me. Поверь, что это я. Okay, so what does Thomas say? Итак, что же Фома говорит? My Lord. Мой Господь. And my God. И мой Бог. My Lord. 28 стих. Фома сказал: мой Бог. If I'm not wrong, Pastor Valentin. Если я не прав. Adonai. Пастор Валентин. Literally means my Lord. Adonai буквально означает мой господин, мой Господь, да? Yeah. Adon. So what is Thomas saying? Так что же здесь Фома говорит в 28 стихе 20 главы Иоанна? He is saying the Old Testament, the Hebrew. Он говорит ветхими словами, как на иврите. Adonai. Он говорит Адонай. He is referring to Jesus. Он обращается к Иешуа. As Yahweh Adonai God. Как к Яхве Адонай Богу. And he says. И он говорит. My Lord. And my God. Господь мой и Бог мой. Now, if that would have been wrong, если бы это было неправильно, Jesus would have corrected him. Иешуа бы его исправил. Right? Правильно? Right? Правильно? But he doesn't. He gives him right. Но он не исправил его, он был прав. Because it says to him, because you see me, you believe in me. 29 стих говорит: потому что ты увидел меня, ты поверил в меня. Blessed are those that do not see but believe anyhow. Но блаженны те, которые не видели и поверили. I think that you are blessed today. Я верю, что вы благословлены сегодня. Amen. Аминь. I mean, how many of us have seen the Lord with our own eyes? Ну, кто из нас нашими физическими глазами видел Господа? Not many.
Немного, not many. Немного. But still we believe in him. Но мы все еще верим в него. So the Bible says we are blessed. И Библия говорит, что мы благословлены. Tell your neighbor, you are blessed. Скажи своему соседу, ты благословлен. Amen. Аминь. So Jesus is God. Иешуа является Богом. Amen. Аминь. Now John chapter 1 verse 1. Но в Иоанна, первой главе, первом стихе. In the beginning was the word. В начале было слово. And the word was with God. И слово было у Бога или с Богом. And the word was God. И слово было Богом. Amen. Аминь. Verse 14, the word that was God became flesh. И 14 стих говорит: и слово стало плотью. Amen. Аминь. Hallelujah. Аллилуйя. John 1:18. Иоанна 1:18. In my translation it says that no one has seen God. В моем переводе написано: Бога не видел никто никогда. The only begotten Son, who himself is God, is with the Father and have made him known. Ага, у нас чуть-чуть по-другому. А Бог не видел, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим Он явил. Синодальный перевод. Can I use your translation? It says the only begotten, who himself is God. Единородный Сын, который сам является Богом, видел в недре у Отца. Now, is God invisible? Бог невидимый? Yeah, да. He is. Да, Он невидимый. He is. But is Jesus visible? Но Иешуа видимый. Yeah, He is. И да, Он видимый. Now, for our small minds, для наших маленьких мозгов, to understand God, чтобы понять Бога, Jesus had to be visible. Иешуа пришлось стать видимым. Because remember, Jesus said, потому что помните, Иешуа говорил: if you've seen me, если вы видели меня, you've seen the Father. Вы видели Отца. Amen. Аминь. So, what Jesus did, что сделал Иешуа? What Jesus said, что Иешуа сказал? What Jesus did not do, что Иешуа не делал? The attitude of Jesus, отношение Иешуа. For one thing, по поводу одной вещи. You never see Jesus be harsh to any woman. Вы никогда не видели, чтобы он был грубым кому-либо, и в том числе к женщинам. He was always gentle. Он всегда был джентльменом. Always kind. Он всегда был мягок и добр. Always full of love. Всегда исполнен любви. That's a good example. Правда, хороший пример? Right? Правда? And all the men said, и все мужчины скажут: come on, that was too weak. Это было слишком слабенько. And all the men said, и все мужчины скажут: that's better. Это лучше, это лучше. We have a believing church here. Церковь верующих людей, правда? Okay, let's go to Romans chapter 9. Давайте перейдем к Римлянам 9 главе. Romans chapter 9. Римлянам 9 глава. It says here. И здесь говорится. We can start reading in verse 3. Мы даже с третьего стиха начнем говорить. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Читаем 9 главу с 3 по 5 стих. «Я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Paul says explicitly that Jesus is God. Что Иешуа является Богом. Could we do one more?
Можем прочесть еще одно? Okay, let's go to Titus 2:13. Давайте к Титу перейдем. 2:13. Titus. Титу. Chapter 2. Глава 2. And we read in verse 13. И читаем 13 стих. It says like this. И здесь написано. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иешуа Мессии. You see, sometimes видите, иногда we can put the Father at the top, then Jesus, and then lastly the Holy Spirit. Мы ставим во главу Отца, потом Сына и потом где-то Дух Святой. But if we go to Philippians, но если мы пойдем Филиппийцам, sorry, I was just thinking of how you pronounced it in Russian. Он просто думает о том, как мы произносим книги и названия книг на русском. I was thinking of something else, but okay. Итак, Филиппийцы. So, Philippians chapter 2. Вторая глава. He starts by saying this in verse 5. В пятом стихе он начинает говорить вот что. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие в Иешуа Мессии. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal to God. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Not lower. Не меньше. Equal. Равным. Equal to God. Равным Богу. And the same is with the Holy Spirit. И то же самое касается Духа Святого. He is not lower, he is God too. He's God the Holy Spirit. Он не меньше, он тоже Дух Святой, он Бог, Дух Святой. And that's why we believe in a triune God. И поэтому мы с вами верим в триединого Бога. Apparent in the first chapter or the second chapter of Genesis. Который проявился впервые во второй главе Бытия. Because El, which is singular form, God in singular form. Потому что El на иврите это единственное число, говоря о Боге. Elohim. А Elohim is plural form. Это его множественная форма. And God said, "Let us." И Бог сказал, давайте мы. Create man in our image. Сотворим человека по нашему образу и подобию. Otherwise, God would have said. Let me create man in mine image. По-другому Бог бы сказал: "Давай-ка я сотворю себе по образу моему и по подобию моему себе человека". So when we see this, когда мы видим это, which of course I'm preaching to the choir right now. Я понимаю, что знакомое проповедую вам, но послушайте. We need to be reminded like Peter says in 1 Peter 3:15. Но нам надо напоминать эти вещи, как написано в 1 Петра 3:15. Every time you open your Bible. Всякий раз, когда вы открываете Библию. Every time you come to that passage. Всякий раз, когда вы подходите к этому месту Писания. It's an admonition. Это It's an encouragement. Это ободрение для нас, воодушевление. To keep Jesus holy in our hearts. Чтобы мы продолжали святить Иисуса в наших сердцах. And if you lead someone to Christ, you have to have them to say, "Jesus is Lord." И когда вы приводите кого-то ко Христу, к Мессии, они же произносят эту фразу: "Иисус теперь мой Господь." You have to ask them. Do you want Jesus to be Lord in all of your life? И вы должны задать им вопрос: а действительно ли вы хотите, чтобы Иешуа стал господином всей вашей жизни? Or или is the question also directed to you? Или этот вопрос также относится напрямую к вам? That once made Jesus Lord. Однажды сделали Иисуса Господом. But now he is a part-time Lord. А сейчас он где-то частично Господь. Maybe you have devalued him. Может быть, вы обесценили его. I'm not saying that you have. Я не говорю, что обязательно вы это сделали. I'm just encouraging you to keep Jesus holy in your heart. Я просто хочу ободрить вас, чтобы вы выделяли эту святость, отделяли Иисуса в ваших сердцах, Иешуа. Let's continue reading Philippians 2. И давайте продолжим читать Филиппийцам вторую главу. It says this. Там говорится дальше. Who being
Jesus, verse 6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. С 6 стиха: «Он, будучи проявленным образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth. И 9-10 стих читаем: «Посему и Бог произнес его и дал, превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, Adonai, Jehovah. И 11 стих читаем: «И всякий язык исповедал, что Господь Иешуа Мессию является Адонаем, Иегова, Спасителем, Богом, в славу Бога Отца». So my question today is very simple. И мой вопрос сегодня очень простой. Is Jesus Lord of your life? Является ли Иешуа Господином всей вашей жизни? If I would ask this, you know, like rhetorically, and say, okay, let's raise our hands and so forth. Если бы я спрашивал риторически, можно было бы сказать: ну давайте поднимем руки, и все, кто считает это так. I guess that everyone would raise their hands. Я думаю, что все бы подняли руку. But the question goes deeper than that. Но вопрос идет глубже. It's not about a confession that you made years ago. Не, вопрос не звучит о том исповедании, которое вы сделали годы назад. The question is today. Вопрос о сегодня. Are you living a life? Живете ли вы жизнь, where Jesus is holy in your heart? В которой Иешуа свят в вашем сердце. And that you allow him, that you allow him to be Lord in all the affairs of life. И что вы позволяете ему быть Богом и Господином во всех сферах вашей жизни каждый день? You see, there are certain things that belong to God. Знаете, очень много вещей принадлежит Богу. The Bible says explicitly two things. И Библия говорит конкретно две вещи. Mine is the tithing. Мои десятины, мои десятины. And mine is the revenge. И моё отмщение. So if you have feelings of revenge to someone that stepped on your toes. Поэтому, если у вас есть чувство, что вы должны отомстить кому-то, кто наступил на ваш пальчик, you're taking something that belongs to God. Вы забираете что-то, что принадлежит только Господу. And that's why he gave us forgiveness. Поэтому нам Бог дал прощение. So that we wouldn't be in debt to God. Чтобы мы не были должниками Богу. But how about tithing? Но по поводу десятин? That's also the Lord's. Это тоже принадлежит Господу. It's his. Это его. Explicitly his. Конкретно его. So is Jesus Lord over your economy? Является ли Иешуа Господином над вашими финансами, над вашей экономикой, экономией в семье? Is Jesus the Lord of your thinking? Является ли Иешуа Господом вашего мышления? Is Jesus Lord over your attitude? Является ли Иешуа Господином вашего поведения и отношения? So let's think for a moment. Давайте просто задумаемся на минуточку. And let's ask ourselves. И давайте спросим себя самих. If Jesus is Lord. Является ли Иешуа Господом, Господином okay? всей нашей жизни? Это нормально, если мы потратим минуточку? Let's bow our heads. Давайте склоним наши головы. And let's ask the Lord. И давайте попросим Господа. Lord. Господь. We come to you right now. Мы приходим к тебе прямо сейчас. I know that there could be some areas. Я знаю, что могут быть разные области. Where you have not been fully Lord. Где вы не все посвятили Богу. But this Saturday. Но это субботнее утро. We come to you. Мы приходим, Господь, к тебе. And we ask you to become Lord once more
И мы просим Тебя снова, стань нашим Господином. In all of the areas of our life. Во всех областях нашей жизни. Our thinking. Нашем мышлении. Our attitude. Нашем отношении. Our relationship. Наших взаимоотношениях. Our marriages. В наших супружествах, в наших concerning семьях. Concerning the children. В наших отношениях с детьми. Concerning money. В вопросах с деньгами. Workplace. Работами. Salary. Зарплатами. Tithing. Десятинами. We make you, Jesus, Lord, once again. Мы делаем Тебя, Господь, Господином снова. Fully. Абсолютно полностью. In our lives. В наших жизнях. And we thank you, Lord. И мы благодарим Тебя, Господь. That from this day on. Что от сегодняшнего дня и дальше. We will keep Jesus holy in our hearts. Мы будем светить Иешуа Тебя в наших сердцах. And when we do that every morning. И когда мы будем делать это каждое утро. Jesus, you will lead us. Иешуа, Ты будешь вести нас. You will guide us. Вот Ты будешь направлять нас. You will make us successful. Ты будешь делать нас успешными. You will make us prosperous. Ты будешь расширять нас. You will heal us and deliver us. Ты будешь исцелять нас и освобождать нас. We thank you, Lord. Мы благодарим Тебя, Господь. For all the benefits. За все. When we make you Lord. За все привилегии, которые мы получим, делая Тебя Господином. Because you are Jehovah Adonai. Потому что Ты Яхве Адонай. You are the Messiah. Ты Мессия. In Jesus' name. Во имя Иешуа. Amen. Amen. And all the people said. И все скажут. Аминь. Еву в религиозном понятии божества. Вы понимаете, о чем говорю, да? Он не пытался разочаровать Еву в том, что Бог есть Бог. Что то, что они были сотворены, то, что происходило вокруг. Но он заинтересован был, чтобы забрать или же отказаться от всемогущего состояния Бога. Разве правду сказал Бог? Забрать у него... У Евы это чувство, что только Бог может делать все необходимое и всемогущество такое. И сделать его божеством, которое можно поставить в уголок. Чтобы в конечном итоге большинство людей произошло. Они строили своих идолов, они делали им места, выделяли уголки, высоты и делали и этих башков региональными такими, да, только в этой территории. Иешуа пришел, чтобы сделать нам не одолжение, а пропозицию. Он говорит, я беру на себя ваши немощи, ваши болезни, ваше проклятие, вашу отверженность. И предлагаю вам через осознание того, что есть обетование Божье, войти в Его награду, где Он, там и я должен быть. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги, помолимся о самих себе. Помолимся друг о друге. Чтобы каким-то образом, я не знаю как, но знаю того, кто это может сделать во мне, изменить мое боговидение, кто Он есть. Чтобы Господь помог нам уйти от этого мышления Евиного, да, вот как Ева мыслила, и сделать Бога Богом. Элохим Циткейну. Он все видит, Он все знает и все может. Спасибо, спасибо, спасибо. А вам мы благодарны, что Ты посылаешь к нам учителей Торы, Слова Твоего. И наше сердце, как добрая почва, принимает это семя. Семя осознания, что Ты Бог всемогущий.
Адонейну. Адонейну, Господин, Господин всего моей жизни, моих кровных заработанных, моей семьи, моего будущего. Я в Твои руки передаю всю свою жизнь и говорю: действуй, действуй во мне. Твое исцеление сейчас, оно изливается на людей, которые положили свою надежду на крест. Висящий на кресте телом не был умерщвлен духом. Он твои немощи сейчас взял на себя. И тогда, сегодня, во веки тот же, Он сегодня обращается, протягивает к нам руки свои. Поверь в невидимое, познай невозможное. Головная боль во имя Иешуа Назарета уходит. Боли в суставах, в ногах, они уходят, потому что Он царствует. И в старости окрепнут, силы поднимутся, побегут и не устанут. Боже, Ты обновляешь нашу жизнь. Ты удивляешь нас своим присутствием. И мы простираемся в невидимое, в верой. И мы берем то, что уже для нас приготовлено, наши работы, наши повышения по службе, наши отношения между мужем и женой, наши дети, которые, может быть, далеки от нас и, может быть, не знают Бога, как мы провозглашаем, что они из невидимого мира. Они спасены, освобождены и обновлены. И мы говорим: да будет воля Твоя здесь, сейчас, на земле, как и на небе. Из невидимого сделается видимое. Из того, что мы не пережили, становится чувствительным. И в нас вера простирается дальше, чем мы это можем себе осознать. Святый, святый, Ты Господь. Святый, святый, Он святой, Он святой. Вместе с Тобой, Он святой. Агнец Божий, дайте поднимем к Нему наши руки. Этот Агнец, Он святой. Он святой, Он святой, этот Агнец. Он святой, Он святой, вместе с нами. Он святой, Он святой, как Отец Божий, Он святой. Здесь есть несколько человек, которые страдают вот внутренними болями кишечника. Во имя Иешуа Назарета. Во имя Иешуа из Назарета, который воскрес для твоего оправдания, твоего состояния. Благословен.
поднимая руки свои, Иешуа превознесение, Он благословил народ, благословил апостолов, присутствующих там. Это благословение, как мы понимаем, оно печали с собой не приносит. И самое главное, я верю, что это благословение было взято из Старозакония, вернее, из книги Чисел, 6 глава, где Бог говорит: «Так благословляй сынов Израиля». Таким образом, другого благословения о них не было, кроме благословений на каждое колено, которое Яков провозглашал. Здесь Бог обращается к Моше и говорит: «Таким образом, пускай Аарон, его дети, а Иешуа является первосвященником Бога Всевышнего». Да? Он является по чину Мелхиседека, является ходатаем. Поднимая свои руки, он говорил: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть благословляют и призывают имя мое на сынов Израилевых. И Бог говорит: «И я благословлю их». 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения.